А второй раз там уже какой-то милик, сука, долбоёб, автоатака ебанул дыбу и убежал, блядь. И мы вдвоём тоже с АДК сдохли. Ну я ж не за второй дал. Так, что мне пишет? От угла может идти. Так, Чеславик, давай здесь тоже поможешь, там конёшь нам здесь. Нет, я могу тоже. Промежуточных глыб нет. За каждой глыбой надо стаки скидывать. Пекнуться. Можете начинать. Да, сэр, давай сюда к нам заходи. Прикрыся своего кота. Это ты сейчас про второй трай говоришь? Или про первый ДК? А, за второй трай я не даю ГП. Мы убили босса, если бы мы сейчас вайфнули, то я бы раздавал тем ГП, кто заморожился. А, давайте сначала заливаем звезду точечно, потом заливаем кружочек и потом заливаем треугольник. Такого я не давайте. Танки вы можете орить так. Все успеете, можете контроль кому-то достать. У нас 3 танка, так что давайте. Бейте точно звезду, никакого ей, иначе попадаете. Просвет еще на фильм. Там паладин можете стану давать. Звезду добьете, добивайте, бейте сразу кружочек точечно. Потом трассы бейте точечно. Не знаю, что такое притяжка, ты про ПТП спрашиваешь. Так, трассы добьете, может тебя уехать. Вот и ты не послушался, раз. И поэтому ты упал. Надо слушаться. Ну да. Потом бафу и не проси. Не, сорян, я... Ну давай-ка. Так. Так, я пока ставлю новый мир. То же самое, бьем звезду, потом заливаем кружочек. Точно. А потом... Потом треугольник. Танки можете запускать. Там десер вообще зайдет? Дымка дай. Писло. Угу. Третья звезда пока что. Потом кружочек бейте. Треугольник добивать, может, я лишь. Че, ДСР печеньку забрал и все, и с концами ушел.
Так, бейте пока. Жду. Так, давай, протопал на двоих, БДК на одну. Стойте, стойте, Хазарак залагал, секунду. Там ты там сразу напуливать полдорама на протопала. И все, потом смотри на сверк. Рыба есть? Вот была у Дессера. А кто может поставить, я дам. Хазарак могу дать. Давайте мне, где я? Сейчас я тебе дам. Ну. Сейчас я найду ее только. На. Если он не зайдет, то мы его кикнем. Я отойду минуту, что ли. Угу. Виталий Кун, I'm sorry. Да-да-да-да. Ну, тогда погнали, там они потом зайдут. Не на двух быть? То что? Кому на двух быть? БДК. Ой, протопал, протопал. Протопал он на двух. Ты на одном. Хаба напуливаешь Валанара. Смарт-Кью напуливаешь Тадарамбу. Через готовность два раза. И вешай на сейф. Оба висите на кинетике. И крылья там прожимать вроде. АРД возьмите РНЖ. А, сейчас скоро вихрь будет. Моя чаша полна и прольется кровь. Молодцы. Видео вот так дальше. Летит. Забыл Геру сказать, ну ладно. А Моль каким-то ударом повесился. О, давайте Геру. Не зря молился. Там стаки разрезай, маг. Бейте там кидесит. Сори, я улетел, захожу. Это Дессер? Виталий Кун. А я ему. Кинетику там попробую убивать. Еще кинетика падает. Бляха, я ее. Так, сейчас мем цели. Пейте Волонара. Так, могучий вихрь.
убивать тебя. Ставить спять не стал же, тут танк поможешь. Где там? А, вот, пробуй. Надо кому-то. И он даже девки без действует. Я думаю, никто не согласится в РС идти, да. Ой. А, бейте мага. Там этого большого. Эти мага. Я вообще тут. Вот уже трешак почти зачистили. Так, потом бейте кружочек. Пара хп. И потом добивайте полумесяц. Бейте двух тактиков. Того звезду бейте. Потом добивайте кружочек. Падал рыбку ставить? Да, можешь поставить. Поэтому оно... Бери, давай, если сам вошел. Опа. Сейчас такой спросит, а куда паки? Ты хочешь на рогу зайдет? Так он уже на роге сидит. Ого. Тогда... Что там варенье по мой канал рекламирует? А, потом... Я думаю, спасибо. Можно отчет, пожалуйста, только, а? Пиздец, блядь. Ну, что могу сказать?
Как можно дать подсказку? У Неха было там же. Да. Он чат прошел. Еблан, что ли, агро сорвал, блин. Да ты зеркало словил, потому что ты раньше танком хорошо. Каждая КД такие вары. Ну что поделал? Он вроде поймал, блядь, зеркало БК. Протупал. Нет, я тебе говорю, мы поймали. Может ты не нажимал там, но видишь, у нас два зеркала, блядь. Я не жму таун. Чико я тоже написал не жать таун. Сейчас я его подниму. Не-не-не, зеркало будет. Да, у него зеркало. Да, ладно. Да, смысла нету. Да-да, я объем босс. Ты поднимай, пусть второй раз упадет. Не-не-не, не хочу. Капа, красавчик. Как он там? 5. И раньше помню, давно-давно, блин, так там никогда не прошибал здесь. Здесь прошибает первое того. Особенно протопало. Ты можешь вот видел? Ладно, как только танчить. Дайте ему антифир, любой ШП. По самому скиллованному. Так, давай гимн опа. Не дали. Давай гимн на ХП ЛТ. Потом на ману нам сочетаешь. А, сейчас ты, подожди. Давай, вставай, пока есть время. Чё, у вас апка купал? Можете ей дать. И давайте... КД, блядь, блядь. А, блядь, куда вы убегаете, блядь? Пак, там нужно сбегаться. Опа, лизни, тотем отвалялся. Опа, вы вообще не хилили нихера. Остав, а, поднимешь его? Я пытался тебя захилить, я не успел. Так, ну, блядь. Давайте, Рос. Тоже можно дать, да. Так, еще одна. Начинаем представление. Давай, Гильдаль, гимн на ХП. Им тебя на ману не надо уже. Так, о, добро с шаманом идти. Трансмод? Да, красный щит. Я на оф ролю, если кому-то на мейн. Давайте.
бывает потом на лича зайдешь на кота своего. На кота? Ага. А почему он получает, я же 76 это выбросил, а он 8? Это ГП. А, ну, понятно. Че, щит уступите по-братски, а кто в голы с Виталик Куном? Да сроднился с пацанами, посмотрите на него. Виталик Кун. Тебе надо? Ну а ты этот, на оф или на мейн? Он тоже хочется мне. Вот паладин тоже танчу. Я никак, ну, не по фану, а так, то если даже попросят, то потанчу целка там 25, обычка даже. Ну. Это если бы на варе был бы. На варе я так чисто для удовольствия ПГшки танчу, а тут рейды на нем танчу. Спасибо. Не, как я могу быть выше? Я паладинов недавно создал. Может, вроде спектрики слизни, да? Давайте собаку утягивать. А, Ваня, ты здесь? Угу. А уже хочешь поиграть? Кого? Проверить хочешь? То так, а шо? Ну я уже заколебал. У меня уже язык болит. Я уже хочу, блин, помолчать. Ну давай я сейчас проверю. Блин, давай ты уже и квартал проверишь. Ну ладно. До босса. До РЛ. Ну вот, да. Бой, давай ты тогда прорелишь. А чё я? Ну, кому? Васап, давай ты тогда. Ты же реально задолбался чё-то. Так молчи, значит. Ага. А потом сарите ловушки. Где у нас этот лонсоримак? Блять, ебал нахуй. Просто не хотите забрать меня? Сейчас не бежим, а грим ловушки и идем на дни.
Сука, а чё он меня так не любит, бля, я не знаю. Там внешний без, давайте маги замораживать. Лемы. Ребята, у вас зависает? Когда как? Дадите магу бафы, поставишь там пожрать. Главное, что не висит. Блин, чило. А, поставишь кав за сумманем Дрексиса. И меня еще. И тебя еще за сумманем. Вот, короче, на ленточку кинул. Ну, у меня она есть, мне все равно. Кинем на рот, а сейчас, блин, начнется паника с этой ленточкой. Ну давай, 5к, короче, ленточка, кому надо. Так, получается, на рейндж у нас пойдет. Давайте, не ленточки, я тебе в тыкву давать не буду. Ну, подождите, а. 2 ханта, 2 мага, 2 шп, близни тотем и сова. Дайте джипсы сеську. Ха, сотку кинул. Здорово, что там творишь? Дайте руги бафы, каску, кулак, ворующий баф. И вар тоже еще дайте. Каску, кулак, вара. Подводили, блядь. Касочку еще, пожалуйста. Маня, кто еще раз в этом, на рейнже? Ну, скажи, Соник, я тебе скажу, ты на рейнже, нет? Да не. Ты на рейнже. Кулак, Роги, дайте. Он у нас единственный. Мне ставим по 5, дайте ему кулак. Дайте звезде кулак. Все, танки поехали. А, лизни тотем. Тотем поставишь. Я на рейнджес. Ты смели этот, кто там стоит, ставит. Ну, тогда на профей не забудь поставить. Без него захилить. Поджоп голубабу снимай. Молодец. Килим лизни тотема. Он рыгает. Вот, дай ему длань свободы, если возможно. Убежал. Кинулась? Да, он убежал. Thank you.
Фу, блин. Под гильдой ты не сюда должен бежать. Смотри, почти 12, да. Отличные новости. Он оставил море слизи. Нормально. И по ней в круизы. Ого! Да Слав, ты даже не последний по ДПС. В коем веке, блядь? Бля, мне интересно, как ШП 64 дает ДСК, блядь? Блин, да. Может, он вливал ДСК по КД. Это ты про кого? Вот ты. Чип. Ну, Гримар, стань где-нибудь в сторонке, не знаю, возле профа, стой там и все, если ты хочешь сейчас отойти. Войт, убери ГП за плащ и кини его психопанк. Так, кто там у нас стоит? А, Варп. Точно он пошел. Давай чекнем готовность. Ну, вообще не тебе, а Гримару тогда передавай, потому что он выше тебя. А Гримару? Да, он тоже ролил. Так, две споры к шаманам, одну милизону. Просвещенный, ты здесь? Он же взял кольцо, а Гримар. Просвещенный, ты тут? А где Гримар? А он сказал, ему надо зайти. Блин, плащ, нахрен вы вообще этот ролик и спорит? Я одевал этот плащ, 20к с ним давал. Ага, вчера всеми варами 15. А Ласлей? Все, все готовы, поехали там. Две споры к шаману сносим. Ёбаный бро! Как мы тут заебало уже, блин? Так ты не можешь, блин, подождать. Блядь, три ЛПшки, все нахуй, никто не сорвет, блин. А гимна ХП Альтея, дай гимна ХП Альтея. Мы тут, блядь, отлично встали. Сейчас, давайте рассасывать. А, Нерексис, вынеси, пожалуйста. Чего бы вернуть? Кружочку надо одну скорую. Нерексис. Два. Успел. Да. Посходите сразу. Блять, там шаман, тут шаман. Там купал. Короче, буду бегать. Вернитесь, может быть, наверное. Да, поднимай его, басар. Подними меня тоже. Пошел ты нафиг. Двоих поднимай. Поднимайте ДК. Одним БР. Иди покури пока. Ты больше не падал. Как скажешь. Пельмешек к звезде летит. Чуть-чуть правее. Кильте хорошо танк. Я что-то на нокдауна не смотрю. Я думаю, нормально конфликт. Нормально. Давайте последний спор сносим.
А, как скажу, прожимайтесь, а сразу паладин ДФ стакру, и те, кто там стаки не сыграл, тоже свои дефобилки ДФ. Паладин, лови босса. Сейчас все заблюем. Ревностный круг. Забирай его. Китти хорошо пал. Да, подведи его в центр. Центр, центр его веди. Прожимайтесь. Че, можно скоро больше не сносить? Что может так плохого в Мексике стоит? Мне кажется, мы не успеем добить. Да, я сейчас его подниму. Паладин дабл может снять. Зачем диван? Когда я бабл задавал. Че, кидать? Да не надо, я нагал его снял. ДК заберет на секунду, паладин прожмет бабл, отменит его из-за снизу. Слышишь, когда я, блядь, бабл? Че ты тогда? Да, мы сейчас и так добьем. Зря. Ну, забери с него 9 стопер. Да, он не этот, не бомбанет. Упал поезд. Да. Рейтинги, пожалуйста. Может, лучше скажите, как у нас МТ упал два раза? Давайте посмотрим. Так, смерти. До первого воздуха. Нокдаун. Так, стоп. Гуглянь. А кто может линкнуть? У меня почему-то его в сердце не показывает. А почему не за 10%? Чё? Вот. А чё не за 10%? Потому что ты на мейн ролишь. А. Если ты один ролишь, то 50% тебе дают. Ну, за 50. Так. Ваня, ты отдохнул? Ваня, ачивка самый отдохнувший. Но. Какая ачивка? Ну, самый отдохнувший. Кидай это, кинь войт сейчас ролл. А звание, знаешь, какое Ваня должно быть? Ваня профессионально открывает двери, бля. Ваня томатодавитель. Кидай ролл, Войт. Ставлю рыбку в центре. Ты чем? Давай, я сону в гильдии. Ваня тоже кидай ролл. Давайте. Куда? Да. Ну вообще ролл кинь. И Войт, давай ты. Ну кто меньше, тот и... Ну, кого меньше, тот и рыбка. Давайте потерпим. Я кого больше. Давай, Войт, кидай. Мне кажется... Давайте потершим. Кинешь. Давай фибрилляция еще одного. О, ясно. Че будешь? Там пати просит, кто это? А это место фибрилляции. Давай фибрилляция, ты еще с нами этого босса подамажишь, вот, похилишь, и потом можешь уходить. Вот. Или тебе уже хитрый. Надо? Хитрый. А, не, он писал, что он на полтора часа там вообще. Ладно, ну, давайте его возьмем. Там лок поставь шкаф, сейчас ему дам ЕП. Ей. Ей, ЕП, да. Кто у нее основа? Протопал, дай каску, парам.
Да, каски даю, сейчас все будут так. Здесь. Так. Так, варды все здесь. Эрготу сразу минус 1800, чтоб можно было холочку дать. Окей, давай, понимаю. У меня там и так кипа нету. А чего гримар в ледяной короне? Кстати, шкаф, а он на минут 10 отошел буквально. А он подойдет. Так что вой, давай эту каску. Хорош. Лапу при столах. Васап, бафни лапу. Пожалуйста. Что мы делаем? Кто РМ? Войт, он же победил. Ты что, дурной что ли? Где жопу, блядь? Давай, ты победил. Сука. Да давайте начинать, блядь. Давайте реалити, блядь. Да давай тогда. На. Блядь, ему что, побазарить сложно? Начинай, давай, чек бой. На пол. О, Ваня, красава. Ну, короче, ТПС будем стопать. Бурсты на твоих будете отдавать. Так, Гримар, Мирики, подходите. Пей куклу, Мирики, пока подождите. Все, начинай, ДК. В лужах не стойте, в лужах выводите. Скажите, когда там ДПС надо стопать будет. Я проценты выключил. Веди под зеленую колбу прям. Стопайте дамаг. Стопаем дамаг, веди под зеленую колбу. Хилы РД в центр, хилы РД в центр. Все, не бейте профа. Ждем зеленого. Играйте в зеленого. Милите в РД-зону отбежали, в РД-зону. Все, добивайте. Добиваем, переводим профа. Так, давайте зеленый к столу, красный бейте красный, зеленый к столу идите, бейте по дебафам. Давайте свои бурсты. Так, красный не замедли красного быстрее, замедли красного, красный беги, дайте корону, нормально, нормально. Сбежались к зеленому, зеленый, по-моему, тоже не замедлен. Сбежались от зеленого. Че зеленый не замедлен? Поменьше радиус бери, который газ ведет. Так, сбегаемся зеленого, все сбегаемся, и зеленый, и красный, все сбегаемся. Так, давайте все добиваем зеленого, там дебаф спадет сейчас. Все, спал, добиваем. Странно, Копар выжил. Везение. А бомжи дамаг по деревьям просто только выжил. Так, стой тут, подожди, не веди под дёном, а сейчас будет красный. Сейчас будет, потом к столу отведёшь, после того, как колбы пропадут. Так, давайте. РДД бейте красного, Америки профа ковыряйте. Играйте по красному РДД. Настрой переход, кто там в кухне, у тебя должно быть рай и шу-2 замедлить. И зеленого, и красного. Да там лужа далеко была. Так, давай, веди под зеленую, сейчас будет колба, оставь колбу и будешь под зеленую вести. Все, веди под зеленую, хилы РД в центр, становитесь. Хилы РД в центр. Я скажу, будет пельмени лететь на нас, надо будет к столу отойти, готовьтесь. Давайте, выливается, готовьтесь, сейчас будут пельмени. Все, разбежались, к столу. Играйте в зеленого. Так, давайте, милики, потом в РД-зону отбежите. Добивайте зеленого. Веди под стол, сейчас будет красный. Там колбы оставишь, в следующий поведешь обратно под зеленого. Сколько там процентов?
49. Так, давайте. Мирики проф, РД красного, переменит он аккуратно. Так, красный хатай. Там не знаю, скажите, когда сопли по профу. Давайте, ничего не стопаем, так, переводим. Сколько там, 41? Надо будет стопнуть. Добивайте красного, красного бейте, красный таргет. Беги. Власти повезло. Стопайте. Профа не бейте, хилы РД в центр пошли. Милики не бейте. Играйте зеленого. Ход пельмени в центр, ход эти куклу. Так, смотрим, сейчас она будет сбежаться опять. Сбежались. Не блинкуйтесь, рейда. Добивайте. Так, переводим профа, все к столу сейчас будем идти. Красные красных бейте, зеленые зеленые. У куклы нет враги, красного замедли. Красного замедли, зеленого не замедляй. Да пей быстрее, замедляй. Все по дебафам играйте. Зеленые сбегайтесь. После того, как откинет, сейчас будет смена. Только потом будете сбегаться. Только после сбегаются. Давайте сбегаемся. Пиздец. Послушали. Красный смена. Сбежаемся, зеленый. Все к зеленому бегите, не падаем. Диспельте куклу. Куклы нету. Смотрим, сейчас она будет сбежаться. Добивайте. Надо будет сбежаться еще раз. Не умирайте, дайте ему на хп. Так, это Ареса, I'm sorry. Им на мана нужен. Кашка на тебе будет 3 стака. Протопал, забирай 3 стака. Да. Паладин, забирай. Ой, давай диван на БДК. Геру давать, не давать. Да Гера уже и была. Как это не было ж? Как это не было? Понятно, не видел. Так, проходим дальше, только на балкон не веди. Пельмени в центре, аккуратно. Ну, веди дальше, склоп-то, блядь. Веди, веди. Тут еще к столу у тебя есть дыря, можно. Попали. ДК забирай. ДК забирай. Есть там еще у кого-то диваны? На протопала какие-нибудь диваны у кого есть? Нет. Нет. Давай, снимай, но на... Нахуя вы по ДК дали еще один диван? Ну... Бля... Может, луки? Если ну будешь. Снимай, забирай. Выходите, слушай. Четыре стака на протопале. ДК забирай. Паладин, кинь... Забирай. Хватит. Не забирай, я же без стаков. Все падает. А кто в голы, ты не понимаешь, что... Нокдауну дали диван, и ты ему второй раз даешь. Зачем? Как у тебя дела? Когда вы начнете думать головой? Там говорили, кому кидать. Так что мы, ну, мы не будем думать, сказали паладин, и мы хуярим на БДК диван. Это у вас что, программа такая написана, блядь? Это что, заповедь такая? Вы думать головой... Я же не сказал паладину дивана кидать. Ну, я говорил еще на паладине 3 стака. То есть на паладине 3 стака БДК забирает, на кого нужно кидать диван. Понятное дело, что на паладина, потому что у него 3 стака, у БДК нету стака. Ну, некоторым непонятно. Я говорю сейчас, а кто уголы, начинай думать. Что ты ей командуешь, она не с тобой пошла. А ты вообще молчи, второй по ДПС, блядь. Копара тебя обогнал, блядь. Я просто сдох. Алло. Сейчас бы на профи хули миликом нарезаться, блядь. Вообще. Могу зайти подамажить. У нас пока фул. Давай вместо меня зайти я, потому что у меня же голова полетела. Сиди, нормально все. Ты вторую подамал. Кирилл, че у тебя постоянно голова болит?
Да блин. Бухает в каждом рейде, абсолютно в каждом рейде. Ты да, бля, я не могу долго сидеть в компе просто. Ну вот я сидел, ну, сижу 3 часов, у меня уже все мозги кипит. Вспомни, как мы в адептах сидели по 5 часов на их рейдах. На кого заходи? На паладин. Завтра на еще на работу вставать, так я, ну, 6 часов, так высплюсь еще. Ну, мы тебя понимаем, нам-то не на работу. Я, кстати, могу в группу сесть, потому что там паладин первый раз в гире. Да. Нет, пусть учится. Там короче... просто первый раз, короче, далеко аж возле зеленого была эта лужа, блядь. Я не успел с красного замедлить. Это много было, потом там здесь, ты что-то не допил, побежал, раги нету. Я бы во флэй не рысал. Убили леди, да, уже? Да. Да, убили, убили. На корабли сейчас подходим. Да, хорошо. Дыхайте на сумы. Короче, протопал, ты когда залазишь куклю, куклу копишь рагу, первого ты не замедляешь. На первой переходке ты должен двоих замедлить. Дальше ты замедляешь, как обычно. Ну и на второй переходке тоже должен двоих замедлить. Дима, хотай куклу, видишь, не может там раунд делать. Не, я понял, я его заход. Я бы не рассылал свои. Давайте все тут. Пулбафы, давайте. Да я знаю, что он бафает. Не, мы сегодня вообще в пиздере смотрел. Кулак он бафает. Алиф, ты кулак бафаешь. Хорошо. Натис сразу заиграл Адам. Там Эрли тянула босса лучше. Аспект, выключите его. Ну возьми Ваня микролабика, а. Блин, я хотел магом зайти. Я же сказал, заходи на маг. Не кикайте. Компи, уберите аспект. Идите на сум. Я тебе, блядь, каску дал, сука, целый рек потратил. Так, дайте фулбафы по микролабику, по магам. Там каску ему дайте, пристабаф. Давайте, чек на пул. У нас когда-то полные фласки раздавали. Уже не расстаются. Так, смарт-килл тут. Давайте, все готовы. Паладин, иди пей куклу, мирики, подходите. Все, мирики, ДК начинай. Вот эти куклу. Все, можешь под зеленого вести, тут сейчас колб не будет. Иди прям под зеленого, хилы РД в центр становимся. Стопайте. Профа не бьем, ждем зеленого. Войт не бей. Не бью. Играем зеленого. Давайте, милики, в РД-зону бегите. А где? Где-то в центре. Давайте, бьем профа, переводим. Далеко. Давайте, зеленые к столу, красные бейте красных уже. Зеленые к столу идут. Отдавайте бурсты. Давайте, зеленые избежали все зеленые цели. Сбегаться только после того, как выберет цель. Сейчас не надо на него бежать. Сбежались. А там хуй сбежишься. Давайте, отбежали от зеленого. Приказ. Красная смена, отбежали. Нормально, давайте зеленого добейте. Сбежались. Вот почему вы возле него стоите, я хуй помню. Доставляй колбы тут, сейчас будет красный вливаться. Зеленый пока можешь не вести.
Так, милики профа, РДД красного. Тем. Пельмени центр. Блять. Хилы РД центр. Сейчас будет зеленый выливаться. Сейчас будут пельмени, надо будет к столу бежать, скажу когда. Давайте готовьтесь. Все, отбежали к столу. Играем по зеленому. Милики в РД зону. Сбежали все. Почему не заметил? Не знаю. Да, да уже зафим, уже. Блять. Хотай кукол. Пельмени аккуратно. Добили, блин, приют заметил. Уже не надо. Красного только заметьте сейчас. Давай, красного замедли, и копирагу на двоих, там будет переходка уже. Давайте, милики, профа, РДД, красного бейте. Пельмени там аккуратно. Стопайте дома. Да нормально, милики, бейте, нормально все. Переводите. Добивайте красного, милики, там тоже переключитесь, повел через РД зону. Через профа. Там добейте, вот там 20%. Допивай лужи. Замедляй двоих сейчас на переходке. Колбы аккуратно. Давайте зеленые к столу, красные бейте красных. Дайте рост. Допивай, допивай. Зеленые сбежались, а красные убегают. Отбежали от зеленого, сбежались. Давайте, добивайте, еще раз она будет сбежаться. Добивайте. Паладин на 300 как заберешь. Мне не показывается тут. Без диванов ничего пока не давайте, посмотрим. Регов нет. Все, забираю паладин. Так, Виталий Кун может дать диван. Да, ну, попал, пока есть. Бей. Чё, даю? Не, не надо. Ладно. Там только два стака до 4 поддержит, нормально сакру даст. Не, 4 лучше не держать. Да там 2% будет. Отводи от колб. На 4 будет, прожми сакру. Это можно было не давать. Нарезать упавших. Сука, если там колбы нет, блядь. Нету, просто на арбу. Надо кому-то на мой спек. Заходи, вот на кота. Там на оспек. Клокен Ротти. Ну передай ты кому-то чуму, ну блин. Так, числа я забирал токен. Нахрен мне, он у меня их штук 50.